Алло, редакция. Давайте с пожеланиями сделаем еще конкретные шаги. Для этого просто нужна политическая воля, чтобы решить, нет денег в бюджете областном, давайте сядем за стол переговоров и найдем деньги в городском бюджете. Необходимо решить с правом собственности, давайте решать это. В конце концов, это всегда и было, и есть, будет нашим, Одесским музеем. Наш музей – це перший публічний художній музей України. Ну, є таке юрейське побажання до 120, ну, ми вже дожили до 120. Тепер, я сподіваюся, музей починається нове життя, і мінімум ще до 120, там, мабуть, до 360. Редакция.